номер 10, второй полуфинал весовой категории до 69 килограммов. Рефери боя судья международной категории Сергей Першин, город Архангельск. Красному дуринга Ренат Сафиулин, Республика Коми. Синему дуринга Андрей Фролов, Ленинградская область. Второй раунд.
готовится к третьему раунду полуфинального боя кандидат в мастера спорта Андрей Фролов, Ленинградская область. Оксану 21 год, он из города Сосновый Бор. Счет боя на ринге не ведет. Боксом занимается 5 лет под руководством тренера Редышева. Секундантка Зарина. Третий раунд. Раздельным решением судей. Победу по очкам в этом бою и право участвовать в финале завоевал боксер из красного угла. 12 минут.